Вот так растет черная смородина. Это ядреная сорт. Ну, весной они были под пленку черенками посажены. Черенки я тоже прикапывал. В апреле они у меня месяца полтора где-то в земле сидели, набирали сил. Ну и потом, когда тепло пошло, они выстрелили. Тоже обрабатывать приходится. У меня под пленкой, капельной ленты нет. Я в Московской области, то есть у нас здесь земля не так быстро нагревается. Поэтому так я влажно смотрю, в принципе, хватает ей. Я думаю, это и так видно. То есть, если южнее, конечно, здесь нужна капельная лента. Ну, вот так вот выглядит. Растет отлично. У меня еще Селечинская 2. Я ее немножко по-другому сажал. Но там, честно вам скажу, показывать нечего. Вот. Но он, скорее всего, черенки неправильно для нее подготовил под посадку. Ну, ядреная вот. Растет ядреная.